праздника выпускников «Алые паруса» Ида Галич и Митя Хрусталев. Привет, выпускники! Ну, здравствуй, Санкт-Петербург! Здравствуй, мой родной город! Митенька, мне тоже так хочется поздороваться с кем-то родным, но в отличие от тебя, я из другого города. Но я знаю, что нас смотрит вся Россия, поэтому я скажу: здравствуй, родная страна! Привет, страна! Вот так вот мы с Идой по-теплому, по-семейному открываем главный праздник выпускников нашей страны, нашей родины, который организовали для вас правительство Санкт-Петербурга, Банк «Россия» и Пятый канал. Абсолютно верно. Сегодня тысячи юношей и девушек говорят в школе, учителям, преподавателям: до свидания и спасибо за среднее образование. Да? А наш праздник призван сделать этот самый важный день в жизни любого ученика ярким и незабываемым. И для этого, Ида, для этого у нас все есть. Белые ночи, мощное шоу, крутые артисты и, я не побоюсь этого слова, блистательные ведущие. Господи, ты как всегда прав. Прав? Но самое главное, Митенька, у нас здесь, на Дворцовой площади, тысячи выпускников. И именно они создают эту молодежную энергетику, которая чувствуется через прямой эфир. Я права? Друзья, 2023 год указом президента России Владимира Путина объявлен годом педагога и наставника, что является признанием важности этой профессии. Учителя не только передают свои знания молодому поколению, но и закладывают в них основы морали и культуры, то есть являются наставниками. Дорогие учителя, в благодарность вашему труду десятки тысяч выпускников по всей стране сейчас, набрав полную грудь воздуха, хотят сказать вам огромное спасибо! Да, огромное вам спасибо, учителя! Сегодня на этой сцене выстроен вот такой вот портал, специальный портал, с помощью которого мы будем раскрывать будущее каждого выпускника. Этот портал, вот как помощник, как путеводитель, раскроет потенциал вчерашнего ученика, вчерашнего школьника и покажет путь, который он может выбрать. Митенька, ну, хочется процитировать сегодня, значит, любого выпускника, но не грузи ты, дядь. Ну, дай отдохнуть. Вы этого заслужили, это ваша ночь, потому что вы старались, и у вас все получилось. У вас все впереди, народ! Мы уверены, что сегодня вы услышали много напутственных слов от ваших учителей, педагогов, наставников. Но, наверное, хочется послушать и напутственные слова от выпускников родного города. Конечно, тем более, что мы гуляем сегодня в Санкт-Петербурге. Гуляем мы красиво, мощно. И хочется быть уверенным, что хозяин квартиры не против. Ну что ты, конечно же, город Санкт-Петербург не против. Ведь этот город целый год ждет этого события, чтобы отдать себя вам, выпускникам. Мы приветствуем на Дворцовой площади губернатора Санкт-Петербурга Александра Дмитриевича Беглова. Дворцовая, привет! Наследники, здравствуйте! Вас сегодня смотрит вся Россия! Вы готовы встречать алые паруса? Ни у кого в мире нет такого праздника. Есть у нас, есть в России! Город в эту волшебную ночь дарит вам самый знаменитый мост, самую романтичную набережную, самую красивую площадь,
Сегодня они ваши и только ваши. Россия! 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 Ровно 320 лет тому назад здесь не было ничего. Ничего, кроме большой воли и великой любви к России молодого Петра. Он основал наш город как символ свободной новой России, как символ нашего права на независимость, на свободу, на справедливый мир. Он собирал русские земли. Наш президент Владимир Владимирович Путин продолжает дело Петра. Отстаивает те же ценности. Он защищает Россию, защищает ваше право быть свободными, независимыми, сильными. Крым, Донецкая, Луганская республики, Запорожская, Херсонской области. Они вернулись в большую российскую семью. Их выпускники здесь, на Дворцовой, с нами, вместе с Россией. Все эти годы с вами были учителя и ваши родители. Они делились своим опытом и своими знаниями. Они радовались вашим успехам и вашим победам. Спасибо им! Россия верит в вас. Родине нужны ваш талант, ваша энергия, ваша любовь. Сегодня, этой ночью, по Неве пройдет брик «Россия» под алыми парусами. Загадайте желание, и оно обязательно сбудется. Пусть ваши мечты пройдут под алыми парусами сквозь шторм и штиль. Дерзайте, любите, творите, побеждайте вместе с Россией! С праздником! Самый лучший праздник выпускников – Алые паруса! Самый лучший город – Санкт-Петербург! Самая лучшая страна – Россия! 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 В добрый путь! Официальный старт выпускного «Алые паруса» дан! С праздником, выпускники! Александр Дмитриевич, спасибо вам огромное! Спасибо и удачи! Спасибо! Ну что же, друзья, для кого-то вот этот удар в рынду просто звук металла о металл, но для вас, собравшихся здесь, на Дворцовой площади, это сигнал к новой жизни, к новому этапу вашей жизни! Который начнется уже совсем скоро. А пока, мои друзья, давайте красиво проводим школьные годы. Да, школьная страница перевернута. В историю ушли перемены, звонки на уроки, тяжелые ранцы, первые прогулы, первые влюбленности. А впереди новые высоты, новые цели.
Но это совсем не значит, что нужно забывать свое прошлое. Наоборот, весь будущий успех основывается на личном опыте и знании истории. Да, ведь множество поколений наших предков работали, исследовали, старались, ошибались, но исправляли эти ошибки. И все это для того, чтобы их потомки, то есть мы, то есть вы не тратили время и развивались стремительно без осечек. Ведь знание истории позволяет грамотнее спланировать будущее. Ты, Митя, как всегда, прав. И историей можно увлекаться, ты знаешь, бесконечно. Но самое главное – понимать ее значение сейчас, сегодня. Поэтому, дорогие выпускники, не забывайте про историю и используйте ее в жизни как навигатор, который приведет вас к успешному достижению ваших целей. Кстати, по поводу навигатора, ты здорово это подметила. Если вдруг вы в дальнейшем на жизненном пути совершите какую-то ошибку, но вдруг свернете не туда, то ваш внутренний голос, ваш внутренний навигатор скажет вам: «Вы сбились с маршрута, поверните направо». Какой же неприятный у тебя голос. Навигатора. У меня просто очень устаревшая модель, она требует доработок. Друзья, любите и цените свою историю, это один из главных помощников вашей жизни. А сейчас пришло время активировать наш первый портал. Он называется «История». Лирик. Законно найти возможность быть счастливым, как раньше никто. Незаконно, что мой запах кожи неприлично похож на твой. Незаконно, когда мир как нарисован, а мы как два насекомых, и нам тут так хорошо. Незаконно, когда мы так мало знакомы, но много так чего вспомнить, нам сразу все зашло. Мы похожи на летний воздух, мы похожи на все виды кайфа. Это только наш рассвет, будто в воздухе витает атмосфера лучших наших лет. Ярче всех, от нас лишь виден силуэт, и все внутри как будто тает. Forever young. Ты хоть целуй меня еще 100 000 раз, но будет мало, да, наверняка. Но если жить не сейчас, то еще когда. Вышли налегке без багажа, мы выше, чем летит воздушный шар. Тут кроме неба некому принадлежать. Мы похожи на летний воздух, мы похожи на все виды кайфа. Мы похожи на лучший момент в нашей жизни, в нашей жизни. Выпускники, с праздником вас! Если ты была моей, я б завидовал себя. Нет красивее тебя людей.
если б ты была моей, я б завидовал себе, нет красивее тебя людей. Для тебя свобода — это воздух, аура. Ты одинокий остров от людей. Подальше убегала, если те не пахли океаном. Дураки, кто ревновали, ты же так, кто есть руками. Это дикий темперамент, невозможно обуздать. За тобою наблюдая, все как будто моментально забывается. Если б ты была моей, я б завидовал себе, нет красивее тебя людей. Если б ты была моей, я б завидовал себе, нет красивее тебя людей. В городе, где улочки поуже, ужина под волны и гитару. Может быть, это станет явью. Тротуар босиком, улочки узкие, ужина на волнах. Может быть, это мы. У тебя аура острова дикого, близко лишь только те, те, кто пахнут океаном. Если б ты была моей, я б завидовал себе, нет красивее тебя людей. Если б ты была моей, я б завидовал себе, нет красивее тебя людей. Выпускники, с праздником! С вами был Лирик. Спасибо! Юлиана Караулова. Димит Питер! С праздником! Ну что, поем? Готовы? А все жду тебя, сижу и жду тебя. Ты не представляешь, как мне хорошо, когда ты танцуешь со мной, а еще дай обана.
Я от всей души вас поздравляю. Сегодня ваша ночь. Сегодня ваш вечер. И, конечно же, все лучшее впереди. Но помимо того, что все лучшее впереди, самое прекрасное происходит сейчас. Это Алые паруса. Самый красивый, самый лучший выпускной страны. И вы прямо здесь, на этой площади. Так что берем от этого момента, как и от этой жизни, все. Наслаждаемся на полную катушку и, конечно же, также громко поем. Вы готовы? Загадываем все вместе желания, потому что сегодня волшебная ночь. Они обязательно сбудутся. Главное, очень сильно захотеть. Все в вашей голове. Мы не нуждаемся в рецензии нашего фильма. То, что ощущаем мы, другим не видно. Сегодня молния и гром, завтра мирно. Мы по сторону экрана, что закрыта ширмой. Мы вдвоем, и нас давно уже накрыли волны. Но мы живем, мы любим в Питере огромном. Миллионы глаз смотрят на нас, делят на Венеру и на Марс. Мы наденем солнце защитные, мы с тобой вне. То вверх, то опять стонут. Пусть никто нас не поймет, кроме этих комнат. Пусть никто нас не заметит, кроме этих окон. Не дадим смотреть на нас под микроскопом. И нас давно уже убило током. Но мы живем, мы любим среди бетонных блоков. Миллионы глаз смотрят на нас, делят на Венеру и на Марс. Мы наденем солнце защитные, мы с тобой вне орбитные. Миллионы глаз смотрят на нас, делят на Венеру и на Марс. Мы наденем солнце защитные, мы с тобой вне орбитные. Пусть нам не узнать из книжек или новостей, каким же будет новый день. Ветром по воде, и мир даже не посмеет поставить под сомнение этот едкий вкус наших светлых чувств. Ничего не боясь, без каких-либо рамок. И, конечно же, очень громко, максимально громко. Все вместе поем! Вы готовы? Миллионы глаз делят. Мы наденем солнце защитный. Вы с тобой. Миллионы глаз смотрят на вас, делят на Венеру. Мы наденем солнце защитный. Очень громко! Спасибо большое, ребята. Абсолютно точно все границы в нашей голове. Когда мы маленькие, мы ни о чем таком не думаем, а вот вырастаем, начинаем сами себе придумывать. Это не получится, потому что вот так. Это и получится, потому что вот то. Дело в том, что рамки делаем мы сами для себя. Нужно действовать здесь и сейчас, никогда не ждать ни знака, ни случая. И ничего, ни за что не бояться. Ни экспериментов, ни самих себя. И тогда обязательно получится. Поем. Это угонщица, ребята. И сегодня
Эта песня про каждую. Да и что там, про каждого из нас. Отрываемся! Эта ночь будет очень длинной и светлой. Если спросят меня, где взяла я такого мальчишку сладкого, я отвечу, что угнала, как чужую машину девятку я угнала у всех на виду. Так открыто, что обалдели все, ни за что ты имеешь. Сейчас за нашим праздником в прямом эфире наблюдают миллионы наших соотечественников на своих телевизорах и в интернете. Пятый канал ведет прямую трансляцию праздника, который организован при поддержке правительства Санкт-Петербурга и Банка «Россия». И, друзья, я хочу с вами поделиться и, Ида, тебе рассказать, что в этом году мы отмечаем прямо тройной юбилей. Так, ну-ка, объясни мне и всем людям. Так, все, начинай загибать свои красивые пальцы, кстати, с неплохим маникюром. Во-первых, в этом году 55 лет, как в 1968 году в Ленинграде выпускники отмечали свой первый выпускной. На самых первых алых парусах они смотрели в будущее, мечтали, фантазировали о профессиях и грезили новыми открытиями. Кстати, сейчас, пользуясь случаем, я хочу поздравить вот тех выпускников 68 года с, так сказать, 55-летним стажем. Поздравляем! Ура, Витя! В этом году еще один юбилей. Дело в том, что повести Александра Грина «Алые паруса», которая, в свою очередь, и вдохновила на этот праздник, в этом году 100 лет! 100!
красивая очень цифра. Ты знаешь, что еще подарила нам эта повесть? Что? Отличнейший лайфхак. Как встретить принца. Девочки, запоминаем. Садишься на берегу где-нибудь, ну не знаю, на Финском заливе, смотришь красивая вдаль. И ждешь принца, значит, на вот этом кораблике, да, с алыми парусами, или на очень красивой яхте. Да ты что? Хороший способ, но, Ида, ненадежный. Я тебе как спортсмен хочу сказать, что если долго сидеть и ничего не делать, мышцы затекут и атрофируются. Принцу это не понравится. Я знаю другой способ. Сегодня в акватории Невы вы увидите в очередной, уже в пятый раз, Брик Россия. И как только вы его увидите, загадывайте желание, и оно обязательно сбудется. Но не просто так. Здесь небольшое дополнение. Чтобы это желание сбылось, надо прикладывать к этому усилия, а не просто сидеть и ждать. Особый шарм этому празднику придает то, что мы находимся в Санкт-Петербурге. В красивейшем городе не только России, но и всего мира. Это культурная столица России, которой, кстати, вы же помните, в этом году, и Александр Дмитриевич говорил, 320 лет! Вот, Ида, вам, москвичам, не понять. Дело в том, что мы петербуржцы. Мы с молоком матери получаем тягу к прекрасному. Ты знаешь, какое первое слово я сказал? Мед? Нет, мусорский. Потому что, Митенька, тебе очень сильно повезло. Важнейшая составляющая любого взрослого человека – это его культурный код. А если проще говоря, эстетическое воспитание. Да, то, что заложено в вас, заложено вашими родителями в детстве, и потом идет целую жизнь. Можно я с вами поделюсь? Я когда в детстве с мамой уезжал куда-то в другой город на конкурс бальных танцев и начинал озорничать, она мне всегда говорила: «Дима», а я Дима, «Дима, ты не имеешь права себя так вести, ты из Ленинграда». И сразу, опа, осанка. Мне кажется, это перенести надо на всю Россию, чтобы в далекой Турции у бассейна какая-нибудь женщина говорила: «Сергей Петрович, ну ты не имеешь права так себя вести, ты же из России». Он сразу: «Оп, я из России, я культурный человек». Да? Митя, ты самый красивый, самый культурный. Ты знаешь, с человеком, я согласна с тобой абсолютно, у которого внутренний мир богатый, с ним проще разговаривать, с ним приятнее общаться, работать и сотрудничать. Такой человек добивается успеха, и его высокий уровень развития востребован на всех руководящих должностях. Да что там на руководящих должностях? Этот человек востребован и в качестве ведущего «Алых парусов». В общем, друзья, будьте культурными, тянитесь к прекрасному, и это прекрасное потянется к вам в ответ. Ну что же, а сейчас мы с Идой активируем портал «Культурология». И я в этот портал, чтобы его активировать, бросаю самое дорогое, что у меня есть. Мои танцевальные ботинки, в которых я выигрывал не единожды открытый чемпионат Колпино по бальным танцам. Я даже не знаю, чем перебить твой козырь. Я кладу, значит, томик Александра Сергеевича Пушкина, потому что Пушкин – наше все! Кидай! Группа The Hatters. Oh,
раскрасим серый Питер, подарим ему улыбки. Я в моменте, извините, не пишите, не звоните, нет. Каким бы трудным не был путь, иду, куда глаза глядят и куда ноги ведут. Эй! Санкт-Петербург! Не стесняйтесь, достаем телефоны, включаем фонарики и делаем красиво. Я делаю шаг, делаю второй. Дорога под ногами, небо над головой. Мире и сумели на костелке на часах. Откуда не скажу, откуда не знаю сам. Ведь я делаю шаг, делаю второй. Дорога под ногами, небо над головой. Мире и сумели на костелке на часах. Откуда не скажу, откуда не знаю сам. We'll be right back.
Спасибо. Просто проваливай, я не хочу разговаривать, не надо терять мне вновь и вновь, что это цена за нашу любовь. Сколько бы я ни просил, отпусти, но у меня уже нету сил, я ухожу, прости. Просто проваливай, я не хочу разговаривать, не надо терять мне вновь и вновь, что это цена за нашу любовь. Спасибо. За со мной непросто. Север мог взять и выпить 0,5, вот так же, как так, меня не поменять. Пусть не умеет снова гремять, но до этого есть завтрашний день. Я со мной не просто, лакомо сейчас легко.
Питере. О, Питер. О-о-о. Можно лучше. О-о-о. Вся площадь. О-о-о. А теперь себе. Продолжается. И за это мы благодарим правительство Санкт-Петербурга и Банк «Россия». Ты знаешь, Митенька, по бодрым танцам нашей молодежи видно, что она в прекрасной физической форме. Да, я тоже заметил. Не была слышна тяжелая одышка во время танцев. Никто не хватался за сердце. Это говорит о том, что у нас спортивные, физически крепкие выпускники. Кстати, о физически крепких людях. Скажи мне, пожалуйста, Митенька, а ты прогуливал физру? Да ты обалдела, что ли? Как я могу прогуливать предмет, где я был лучшим? Я даже, несмотря на свой рост, стоял не в конце, а в начале, потому что был помощником физрука. Ну-ка, объясни мне, ты что, лучше всех подтягивался или, может быть, круче всех перепрыгивал через козла? Ну, это-то даже не обсуждается. А вообще, я лучше всех надувал мячи. Я был ответственный за насос. Ну ладно, что мы все обо мне, да обо мне. Спорт – это жизнь. Спорт – это дисциплина. Спорт – это 5 букв, на которых стоит успех, благополучие и здоровье. Ты знаешь, я бы даже сказала, что спорт сейчас – это не просто какая-то модная привычка. Это неотъемлемая часть жизни современного человека. Спорт дает нам энергию для реализации своих планов – и учит всегда и во всем быть первым. Боже, какая ты умная, Идочка. Да вообще в спорте одни только плюсы. Это новые знакомства, повышение самооценки, уверенность в своих силах. Ну и красивые фотокарточки для социальных сетей. Ну, Идочка, конечно, не без этого. Но во время тренировок вырабатывается эндорфин. Это гормон счастья, успеха и спокойствия. И спорт дает нам хорошую возможность поменять гардероб, да, как в моем случае, и да. Купить себе одежду на 1 размер меньше. Но самое главное, спортивный образ жизни – это инвестиция в свое будущее. Спорт помогает тренировать наш мозг и улучшает когнитивные функции, поверьте мне. А натренированный мозг – это знания, успешная карьера, почет и уважение. И все это благодаря спорту. Сейчас, друзья, мы должны активировать портал «Спорт». И я в этот портал, чтобы его активировать, положу вот эту вот теннисную ракетку от пинг-понга, с которой я не выиграл ни один чемпионат, потому что выиграть чемпионат по бальным танцам с ракеткой от пинг-понга достаточно сложно. Кидай. Раз ты у нас отвечаешь за маленький, да, теннис настольный, то я буду отвечать за большой и положу в нашу капсулу теннисный мяч.
Не забывайте про спорт. Любите спорт! Группа «Моя мишень». Не бойся камней, не бойся камней.
ты, душа моя. Лети, пташка, пока не станет страшно. В этом огромном небе возвращайся ко мне, возвращайся ко мне. Лети, страшно, но это очень важно. Сила небесной жажды, ты не бойся ко мне, не бойся ко мне. Ha!
«Бурито». Добрый вечер. Там, где я был, так долго не было света. Я оставался один на чужих берегах. Мое солнце не здесь, оно просто прячется где-то. Но каждый новый мой шаг будет шагом в его лучах. Забери меня, забери, забери меня с собой. В моем сердце так много любви, разреши мне быть рядом с тобой, мама. Забери меня, забери, забери меня, мама. Под небом другим остывать будут только наши следы. А где весна за снегами легко скользила ко мне, седыми косами древних ветров становились мечты о тебе. В моей памяти снег, в моем сердце память о птицах. Забыл слова. Воды на ресницах. Забери меня, забери, забери меня с собой. В моем сердце так много любви, разреши мне быть рядом с тобой, мама. Забери меня, забери, забери меня, мама. Под небом другим остывать будут только наши следы. Забери меня, забери, забери меня с собой. Я наблюдаю под облаками душные сумерки. Что будет дальше, точно не знаю. Я вспоминаю лишь твои руки. Ты далеко, ты так далеко, мне звать тебя не с руки. Я так давно сам себя забываю, но все-таки теперь вы друзья. Забери меня с собой, так много любви, разреши мне быть рядом с тобой. Забери меня, забери, забери меня, мама, под небом другим остывать будут только наши следы. Забери меня, забери, забери меня с собой. Спасибо. Мои дорогие, я желаю вам, как говорят, доброго пути. Добрый путь, друзья, с вашим праздником, с удовольствием и с большой любовью. Спасибо, что вы есть. Давайте танцевать дальше. Шуга. Всех привлекает бананза, в мире денег и глянца, прекрасная даль, где можно забыть про печаль. А нам с тобой нет резона, мы готовы прыгнуть с балкона. Нам трепетно жаль, что любовь заметает февраль. Шуга, 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 мы никто друг без друга. Шуга, 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 мы никто друг без друга. Спеты давно всеми, все говорят, надо быть в теме. Мы с тобой не так, не можем понять, как это так. Все говорят, надо жить ярко, все говорят, надо пить полка. Мы с тобой никак не можем понять, что с нами не так. Шуга, 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 мы никто друг без друга. Шуга, 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 мы
и никто друг без друга. Спасибо, мои дорогие. Если бы ты могла выпить океан, океан моей любви, сказал ей капитан, то по всей земле в самых дальних уголках зажглись бы маяки на опасных берегах. Если бы ты могла выпить океан, океан моей любви, сказал ей капитан, то по всей земле в самых дальних уголках зажглись бы маяки на опасных берегах. Если бы ты могла, если бы ты могла. В его руках путь, в ее руках ночь. Не заблудиться, не уйти прочь. Она его дом, он ее свет. Оба будут молиться, ожидая рассвет. Если бы ты могла выпить океан, океан моей любви, сказал ей капитан, то по всей земле в самых дальних уголках зажглись бы маяки на опасных берегах. Если бы ты могла, если бы ты могла, меняются дни, меняется мир, и не угнаться, жизнь это тир. Патронами он, мишенью она, будут меняться местами всегда. Если бы ты могла выпить океан, океан моей любви, сказал ей капитан, то по всей земле в самых дальних уголках зажглись бы маяки на опасных берегах. Если бы ты могла, спасибо, мои дорогие, с праздником вас, будьте счастливы. Митенька, ты, конечно, типичный мужчина. Но... Я изменила свой образ, а ты даже не заметил. Да, не заметил. Что, брови выщипало, что ли? Эх ты, друзья, мы продолжаем наш выпускной! Праздник «Алые паруса», организованный правительством Санкт-Петербурга, Банком «Россия» и Пятым каналом. И все это происходит под неповторимое,
оформление белых ночей, уникального природного явления, которое дарит нам планета, и сколько всего прекрасного дарит нам, Митенька, наша Земля. И тут самое время поговорить про экологию. О, с удовольствием. Меня вот хлебом не корми, дай про экологию поговорить. Ведь сохранение нашей планеты – это как поддержание порядка в своей квартире. И находиться там приятно, и гостей пригласить не стыдно, и будет что передать своим детям в хорошем состоянии. Человечество создает огромную нагрузку на экологию, но в то же время мы можем изменить и снизить эту нагрузку. И, друзья, начинать надо с себя. Давайте мы все договоримся, что после этой ночи мы оставим наш родной город в чистоте. Договоримся? И это минимум, а максимум – это мы должны оставить потомкам в чистоте всю нашу огромную страну. Потому что такой страны, обладающей такими богатыми природными ресурсами, Россия, такой страны нет, ну сами посудите. У нас есть и озеро Байкал. У нас Ленские столбы в Якутии, горы Алтая, вулканы Камчатки. У нас Волга-матушка, Урал-батюшка, Валдай, наконец. Вот тебе какое больше всего место в России нравится, Ида? Ты знаешь все те, которые ты сейчас перечислил. Ах ты, лисичка какая. Я предлагаю прямо сейчас отправить в портал что-нибудь такое, что нам будет напоминать про экологию. Хорошо. Давай. Портал «Экология» мы отправляем. Ида, ты что? Я отправляю, Митенька, бумажный стаканчик. Ага. А я вот это зеленое растение в горшочке. Оно искусственное, поэтому я могу бросать. Я очень надеюсь, что ни у кого на балконе сейчас не пропал ни один цветок. Нет, это мой. Друзья, берегите нашу землю, берегите нашу страну. Активируем портал! Уу! Гафур. Повторять, что ты не моя, что ты не моя. Так много боли испытала.
Как настрой, Питер? Дайте шума! Едем дальше. Я уеду. Окей, мы не знаем два правила. Нам дом проспать поздно вечером. Дай мне ждание, платит нам на что. Настали холодный ветер севера. Окей, мы не знаем два правила. Нам дом проспать поздно вечером. Дай мне ждание, платит нам на что. Настали холодный ветер севера. Мы улетаем, улетаем. Да, да, с тобой забирай. Я не знаю, о чем делать. Это просто подойди, покажи себя. Так, ты мой косяк. Так, ты мой косяк. Слышь, а че за дела? Просто поддельная улыбка была. Она говорит, я хочу вверх. Она ищет популярных себе друзей. На ее руки сверкает новый браслет. Вокруг тебя уже столько идей. Столько людей, йо. Петя, руки в воздух, руки в воздух. Друзья, давайте шум, у вас вообще не слышно. Вау, вот это другой вопрос. Если вы готовы, давайте все вместе споем. Вы эту песню точно знаете. И потанцуем. Готовы? Давайте этот момент навсегда запомним, друзья. Дайте шума! Эй! Что? Играю на джуне,
Ося Чайкина. Каждый день одно и то же. Засыпаю, просыпаюсь. С каждым днем стареет кожа. Я внутри себя теряюсь. Надоели злые взгляды. Ядовитые слова. Надоело быть усталым. Не хватает волшебства. Я не хочу сидеть дома. 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 Тысячи безумных. Себя к новым течениям. Нет места в пустоте, есть место свечению. Я не хочу сидеть дома. 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 Yeah.
казаться, боимся казаться и очаровать. Ты любишь быть пьяным и целоваться, но трезвым утром ты хочешь молчать. И холодный снежный принц внутри твоей груди, красные языки. И отбившись от всех птиц, стрелы летят в меня, я падаю в обиду. Сердце бахнуло. В зеркалах я вижу тебя снова.
всеми, кто находится здесь, на Дворцовой площади, вас поздравляем! Это главный выпускной нашей страны «Алые паруса» в прямом эфире на Пятом канале! При поддержке правительства Санкт-Петербурга и Банка «Россия». Наш праздник стал прекрасной традицией, которая ежегодно собирает тысячи выпускников. Ты мне скажи, Митенька, а ты бы хотел заглянуть вот ненадолго в будущее? Ненадолго в будущее? Ты обалдела. Во-первых, я несколько раз уже там был. А во-вторых, я смотрю вот на этих людей на Дворцовой площади. И вот! Вот оно будущее! И глядя в эти прекрасные глаза, я уверен в нашем будущем. И ты будь спокойна, можешь уходить на пенсию. Но мне рановато, Митенька, еще рановато. А ты скажи мне, ты не боишься роботов, там, искусственного интеллекта? Вдруг через 5 лет вместо тебя здесь, на этом месте, будет стоять какой-нибудь механический шарик, и лучше тебя шутить? Ну, лучше меня шутить вообще не мудрено. А никакой шарик меня не заменит, друзья. Ни один искусственный разум не заменит реальные ощущения. Ну вот вы представляете, виртуальный выпускной. Вы все сидите у себя дома с очками виртуальной реальности, но это никуда не годится. А где же вот эта атмосфера белых ночей, эти запахи, вот эта тактильность, вот эти вот медляки на Дворцовой, а? Конечно же, живой выпускной лучше, но искусственный интеллект и виртуальная реальность развиваются такими невероятными темпами, что, знаешь, уже способны решать задачи, которые раньше решали люди. И по некоторым прогнозам, между прочим, уже через несколько лет многие профессии уйдут в прошлое. Да, да, но вот я, глядя сейчас в глаза будущим инженерам, будущим программистам, будущим журналистам и, в конце концов, блогерам хочу сказать: не бойтесь, никто вас не заменит. Будущее за вами. Дерзайте и свершайте. А сейчас, чтобы открыть портал будущего, портал футурологии, давай в него что-то положим. Что ты туда хочешь положить? Вот это что у тебя такое? Я, ты знаешь, думаю, что положу телескоп в честь наших будущих открытий. Да, а я положу туда вот этот тюбик с космической едой, который символизирует нашу сытость в будущем и разнообразие в еде. Кидаем и, как говорил Юрий Алексеевич, поехали! Группа «Gayazov's Brothers». Салют, Петербург! Некуда, ну и хоть куда, поверь.
Салют, Петербург! Привет, выпускники. Пошла жара. Эй, где же ваши ручки? Сейчас будет песня 1992 года. Фаина. Ай, держаться словно талый снег. Где ж Фаина, твой серебристый смех? Прячешь ты глаза от меня, и уже средь бела дня ты с другим целуешься при всех. Ну что, все готовы? Thank you.
Ну и завершим наш мини-сет прекрасной песней про Черное море. Я ты и море. Питер, ну что, споем? Спасибо большое. Мы поздравляем вас с сегодняшним днем. Для вас был музыкальный дуэт «Братья Гаязовы». И до встречи на танцполе. Елена Темникова. Тебя в саду.
танцуешь до утра. Твои глаза в неонах прячут слезы. Белая ночь, Питер, белая ночь, Питер, белая ночь. Ух! Что сейчас было, серьезно? Это все ваша энергия, юная, безбашенная, классная. Я вас поздравляю, ребят, вы это сделали. И всех телезрителей, кто сейчас смотрит, и тоже выпускники от души. Но я смотрю, сегодня здесь очень много любви по ощущениям. Давайте так, не влюбляйтесь, потому что Питер, белая ночь, алые паруса кружат голову. А если влюбитесь, то тогда пусть это будет тот самый он, окей? Им больше города накроют опять. Слишком рискованно им доверять. Им больше города накроют опять. От них не убежать. Им
Ночь не отпускает наша на беспощадно. Ночь не отпускает, ночь не отпускает. Ночь не отпускает наша на беспощадно. Импульсы города. Продолжается наш праздник на Дворцовой площади. Наблюдает вся страна. Этот подарок выпускникам устроили правительство Санкт-Петербурга и уже хорошо всем известный полюбившийся Банк «Россия». Мы с вами уже познакомились с 5 направлениями, в которые могут развиваться наши дорогие выпускники. А именно культура, спорт, будущее и космос, экология и история. По какому пути пойти? В какую сторону направить свои ресурсы и свои возможности? Это персональный выбор каждого. Дерзайте! Идите к своей мечте! Следуйте за своей путеводной звездой. Плывите в сторону своего маяка. И да помогай мне, у меня кончились синонимы. А что здесь говорить? Самое главное, друзья, верьте в свои силы. Ну, а мы с Митей решили не отставать от последних трендов и попросили нейросеть сгенерировать изображение выпускника и его светлое будущее. Давайте посмотрим, что получилось. Посмотрите, это не просто выпускники, это какие-то супергерои, которые развиваются. Развиваются в разных направлениях. Это просто выпускники будущего! Но мне кажется, чтобы увидеть человека будущего, да, светлое, нужно просто посмотреть в лица наших сегодняшних выпускников. Вы согласны, друзья? Кто у нас там дальше в нашей шлягерной раздаче? Дорогой, дорогой человек, тебе наши хедлайнеры точно понравятся, потому что ты танцевал под их песни, еще будучи на школьной дискотеке. Заинтриговала. Есть еще подсказки? Да, смотри, запоминай. Их песни идеально подходят под наш праздник. Во-первых, смотри, ой-ой, это про поступление в вузы. Дальше, рок-н-ролл этой ночью, это про нас с тобой. Да, 17 лет, такая песня есть, это средний возраст выпускника школы. А шаляй-валяй, что-то на молодежном. Я понимаю, о ком ты говоришь. Дорогие друзья, сейчас на этой, на главной сцене нашего главного выпускного – ребята, под песни которых я еще, будучи в пионерском лагере в 93-м году, в походе орал на весь лес. А в 2001 году я был у них на 15-летии. Это легендарная группа «Чайм». Здравствуйте, родные! Привет, девочки! Родные наши выпускники! Слушайте, вас сегодня уже поздравляли от имени поколения, вашего поколения, ваши сверстники. Вас поздравляли от имени поколения ваших родителей. Наверное, мы сейчас будем поздравлять вас от имени ваших, от тех, кто вас любит больше всех, это ваши бабушки и дедушки. Не гони нас, дядя, из подъезда.
не будем больше громко петь. Мы не будем больше пить, материться и курить. Ну а если вдруг захочешь сам, лучше нас не приглашай. Мы прощаемся сегодня с ним. Хватит время попить пиво и поболтать, но вот я вижу твою спину с трафаретом. Не скучай, стой, задержись хотя б на день. Шарей-варей. Я сейчас вот понял, что следующая песня была написана тогда, когда вы в основном, вот нынешние выпускники, родились. 98-й год, наверное, да, где-то? Примерно. Вот она как раз в это время и появилась. Зашло за тучи, сегодня волны бьют так больно. Я видел, как умирала Надежда и Майки, моя душа плачет. Зачем ты стучишь в мои барабан? Зачем ты поешь в мои барабан? Зачем ты поешь мою песню? Мне и так больно. Я вижу ее золотые пляжи, я вижу ее прекрасных женщин, их лица печальны. Какая боль, Аргентина и Майка, 5-0.
прощают нам наши слезы, они прощают всему миру смех и веселье, даже Аргентине. Так танцуй же, танцуй под мои барабаны, так пой же, пой со мной мою песню. Ценницы, мили, хватит на всех, пока звучит регги. Она вроде, знаете, и о силе русского языка. В этом припеве нет ни одного слова, там есть только два междометия. А сколько смысла? Мочи за волю с тоски, и можно вместе.
Вообще, нам действительно очень приятно для вас играть, ребята, потому что это такое... Мы же вспоминаем сразу свой выпускной. Я вам страшную тайну расскажу. Мы на выпускном вечере Вовиной сестры собрали группу, и когда сыграли, вдруг поняли, что а что же мы дураки-то? И вот с тех пор. Да-да-да, то есть вот с выпускного началась история группы «Чайф-то все». Давай, Владимир Сергеевич. В нашей школе в основном работают женщины, ну, процентов на 85 это прекрасно. Вот вам сейчас скажут, что они такие взрослые учительницы, через какое-то время вы поймете, что они училки-то ваши, тоже девчонки еще, по сути дела. Давайте им Верьте, песню. Он знает. Да, давайте им песню споем. Посвятим. Девочки, училочки наши. Это для вас. Поют выпускники 2023 года. Такой в дерзкой мини-юбке, что
Дворцовая площадь. Вот это вот настроение. Группа «Чайф». Разве могли вы подумать, нынешние выпускники, стоя тогда 11 лет назад на первом своем звонке, что с вами будет такое? Могли? Да, конечно, не могли. Напомню, что все это организовали для нас правительство Санкт-Петербурга, Банк Россия и Пятый канал. А, Идочка, скажи, пожалуйста, а что это за капсула у меня в руках? А я тебе расскажу, Митенька, сегодня в Нижнем Новгороде ровесники наших выпускников праздновали День молодежи. И сюда они заключили все свои желания и мечты. Давай откроем и посмотрим, что же там. Боже мой, то есть если сейчас уроню, то наши выпускники пойдут в будущее без мечты. Я не могу себе этого позволить. Так, аккуратненько, ты посмотри. Это же кораблик, который собрал все желания всех выпускников нашей страны здесь. И этот кораблик исполняет мечты. Ура, давай же скорее перейдем к величественной Неве, где прямо сейчас в акватории через считанные секунды пройдет долгожданный брик с алыми парусами. Мы с вами прощаемся, до новых встреч. Ида Галич. И невероятный Дмитрий Хрусталев. Акватория Невы, брик «Россия». Смотрим. Thank you.
Мир не прост, совсем не прост. Нельзя в нем скрыться от бури и от гроз. Нельзя в нем скрыться от зимних вьюг и от разлук, от горьких разлук. Но кроме бед, непрошенных бед, есть в мире звезды и солнечный свет. Есть дом родной и тепло огня. И у меня есть ты у меня. Все, что в жизни есть у меня. Все, в чем радость каждого дня. Все, о чем тревоги и мечты. Это все ты. Совсем не прост, но не боюсь я ни бури, ни гроз. Не страшен холод, не страшен зной, если со мной ты рядом со мной. И не грусти, и зря не грусти, когда вдруг станет беда на пути. С бедой я справлюсь. Все за одного!
Я не знаю, что сказать тебе при встрече. Не могу найти хотя бы пары слов. А недолгий вечер, а недолгий вечер скоро станет ночью темною без снов. А недолгий вечер, а недолгий вечер станет ночью темною без снов. Хочется знать, что будет завтра, через год, с тобой, со мной. Как обойти печаль невзгод, и как не упасть, как отряхнуть с души и сбросить с плеч уныние прошлых лет, найти удачи зле. Я знаю, придет тот день, я знаю, настанет светлый час, когда улыбнется мир. Станет прекрасным все для нас. Я знаю, придет тот день. Я знаю, настанет светлый час, когда улыбнется мир. И станет прекрасным все для нас.
Вспоминается родина с картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать, с того, что в любых испытаниях у нас никому не отнять. С чего начинается родина? Совет. Родное, это родина моя.